Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федорова в Голицыне. Парламентарий поздравил его с приближающимся Днем Победы и вручил подарок. Также депутат вместе с начальником тероуправления Галиной Кувшинниковой встретился с членами местной общественной организации ветеранов пограничных войск. Здесь же, в Голицыне, Олег Рожнов и Галина Кувшинникова осмотрели ремонт плотины. Специалисты отсыпают и выравнивают грунт. Потом засеют газон, местами он будет рулонный. Работу планируют закончить 10 мая.